Президент Украины Петр Порошенко через социальные сети обратился к своему конкуренту Владимиру Зеленскому. Он предложил ему принять участие в телевизионных теледебатах. Однако Зеленский призвал его выступить на стадионе, и Порошенко согласился. Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента. Прочитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович. Накануне Зеленский в видеообращении заявил, что принимает предложение Порошенко об участии в дебатах, но с условием, что они пройдут на столичном стадионе «Олимпийский». В ответ на приглашение президент Украины устроил опрос среди населения в телеграм-канале. Он обратился к украинцам с вопросом, как бы они отнеслись к дебатам на стадионе. Большинство респондентов ответили, что выбрали бы вариант, соответствующий закону, который предусматривает встречу соперников в телевизионной студии. Напомню, первый тур президентских выборов прошел 31 марта. Во второй тур из 39 кандидатов прошли двое – Владимир Зеленский и Петр Порошенко.